уступили клубу премьер-лиги. Тренировочные сборы в Турции для футболистов ивановского «Текстильщика» начались контрольным матчем с пермским «Амкаром». Эта команда занимает на данный момент 6-е место в первенстве премьер-лиги. Предсказуемо, победу со счетом 3-0 держали пермяки. Но для ивановцев поражение не повод огорчаться, а возможность оценить свою игру и сделать выводы. Не каждый день выпадает возможность сыграть с клубом такого уровня. Тренировочные сборы для «Текстильщика» только начались. Есть время поработать над ошибками.